Добрый день, дорогие друзья! Всем добро пожаловать! Сегодня с вами мы, Алена и Александр, и мы будем готовить салат из маринованных грибов с овощами. Литровый, да? У нас литровая банка наших маринованных маслят. Ссылочку на рецепт я оставлю под видео. Но на этот рецепт, на этот салат, мы возьмем половину баночки, да? Также нам нужны будут огурцы, помидоры, красная луковица, зеленый лук, укроп, несколько зубчиков чеснока, оливковое масло, соль и перец. Вот мы открыли баночку наших маринованных маслят. Возьмем сколько нам надо, ну где-то примерно пол баночки. Слили лишний маринад, а грибочки мы промыли под проточной водой. Можно и не промывать. Но... Очень крупные грибочки можно нарезать помельче. И по возможности убрать отсюда лаврушку, перец горошком, гвоздику. То есть все, что не нужно есть в маринаде, отсюда нужно убрать. Так, все. Количество овощей вы можете регулировать по своему желанию и вкусу. Сначала раздавливаем, потом измельчаем зубчики чеснока. Берем зеленый лук. У нас 4 перышка зеленого лука нашего с огорода. И также добавляем грибочком. Крупный помидор. Вот таким крупным ломтиком нарезаем. Пара огурчиков свежих. Мелко нарезаем половинку красной луковицы. Измельчаем укроп. Салат нужно посолить и поперчить. Заправить оливковым маслом. Ну, пару столовых ложек хватит. Все, салатик перемешиваем. Ну как? Вкусненько? Угу. Ну, все хватает? Нет. Что нет? Острые патоки. Ага. Мы попробовали и решили добавить немножечко остренькой паприки. Вот. Она у нас такая полуострая. Да, мы щепоточку добавили.
Сейчас перемешаем, попробуем. С паприкой сейчас. Ну, как оно с паприкой будет. Да? Да. Все. Наш салат с маринованными грибами и свежими овощами готов. Приятного вам аппетита!